Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Ghost Runner 2. Кстати, почему-то был уверен, что у меня эта игра есть, я ее проходил, а оказалось нет. И поэтому вместе с вами мы сейчас начнем проходить. А перед началом не забудьте поставить свой лайк. Это все, что вы можете сделать полезно для канала. А мне приятно, вам, наверное, не сложно, правда? Кстати, на киберпанк похоже. Новое продолжить, конечно, у меня другой нет. У нас много имен. Бегущие тени, человекоподобные машины для убийства, хранители, чудовища, пережитки прошлого. Последние, хоть и верно, для большинства. Для нас наивно. Напомните, наив, наивно на английском. Сила, воля к преодолению любых препятствий. Сила воля. Неугасающая жажда бросить вызов своим проработителям. Вот. Неприятие. Ироничная непокорность. Благодаря им мы живы. Сокрытие. Отвергнутые. Забытые. Сейчас, когда все хозяева сгинули, пришло время наконец-то освободиться. Блин, это же киберпанк, что ли? Чтобы напомнить всем о том, кем мы когда-то были. Дхарма получит то, что заслужила. Или Дхарма. И не останется никого, кто бы мог ее защитить. Пора проснуться и поставить лайк. Ну, я ж прав, правда? Лайк же надо поставить. Ой, чё тут такой геймплей, что ли? А, нет, слава богу. О. Команда реактора успела связаться с нами до того, как спустилась вниз. Но молоты доберутся до центра очень быстро. Надежда на тебя. Доложи, как будешь готов. О, киберпанк. Удерживайте, чтобы заблокировать вражескую атаку. Что? Уже в лицо получил? Нажмите, чтобы атаковать. Окей. Ух, нихуя себе, а что так быстро? Не понял, нажми shift в воздухе, чтобы прыгнуть дальше. Что? Не понял. А что произошло? Я на месте. Умница, Джеки, погнали. А чё так все быстро? Используйте ВСД, чтобы двигаться. Shift, чтобы передвигаться побыстрее. Пробел, чтобы прыгать. Контр, чтобы скользить. Прыжок на вертикально. Блин, а я точно в нее играл? Ну, я вспомню вот это. А почему? В этом нет необходимости. Конечно, есть, Джеки. Давно хотел поработать с тобой. Не лишай меня такой возможности. Может, эта игра как по-другому называлась? Я помню, что я прыгал от стен. А что за... И вот ты смотрю на свой канал, я полистал, думаю, что-то знакомое. А потом думаю... Что теперь надо? Надо на что-то, я помню, на что-то нажать, чтобы... Сейчас упаду. Там нужно цепляться крюком. Я просто не пропустил какой момент. Ага, вот. Потом какую... Блин, я должен зацепиться. Как я? На какую кнопку нажать-то я должен? Или что? Два раза, может? Нет. Что? Нажмите, чтобы побежать по стене два раза. О, залез. Теперь что? Тут и веревка должна быть, я ж помню. А что не подсказывает-то, блин?
Ой, я туплю, что не подсказал. Сюда же надо, наверное, так, да? Ой. Да. Что так сложно, блин? Что так сложно? Я же орел. Ой, что? Что, я должен был как-то зацепиться? А можно я больше не буду в эту игру играть? Я уже не хочу играть в Ghost Runner. О, ёпта. Вот так я должен был. Что? Что? О, нормально. Блокировать научился. Что делать? Что дальше? Убежать куда-то? Ох, ситуация накаляется. Нажмите Shift в воздухе, чтобы совершить рывок. А как сильно нажать на Shift? А, вот так надо. О, неплохо. Знаю. Что ты знаешь? А что, ситуация накаляется? Не буду пытаться гонять. Нормально. Опа, хорошо пошло. Бля, так просто? Я думал, будет сложно. Что тут? Open. Давай. Нажмите за мгновение до удара. Что, простите, для парирования? О, а что я нажал, кто не знает? Я на что-то нажал и провел идеальное парирование. Зачем нужен реактор? Это Джеки правильный вопрос. В любом случае, для угроз и шантажа. Капец, я научился бегать быстро. Проблема в том, что проблемы нет. Нехорошо, я сохранился. Держите контур, чтобы начать скольжение. А, я понял. Ой, промазал. Ой, промазал, друзья. Да, бля, не попасть. О, сейчас выпрыгнем прямо на него. А, Д, чтобы переместиться. Ого. Как? Раньше они были просто дегроидами снизу. Предсказуемыми. Они перекупают частоту, ты просто переманиваешь их пряником, а потом бьешь за очко. Бля, я должен прыгать между ними? Ой, я забыл, что прыгать надо, извините. А, куда? Так, давайте просмотрим сюда, сюда. Ёпта. Я не умею прыгать в играх вообще. Ну что это? Что это такое? Это не то, это, наверное, надо так, да? Я никуда не пропрыгну всю эту херню. Я даже сюда сначала, да, наверное, вот так вот. Так. Так. Раз. 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 О, успел. Хуя себе. Я не знаю, как я это сделал, но надеюсь, они меня больше не заставят такой хуйней заниматься. Ого. Блин, надо кнопки нормально нажимать. Теперь у них появился план, а дегроиды с планом — это кошмар. Кошмар — это когда я не знаю куда. Опять вот это... Блядь, опять. Пять! Вижу, бля. Вижу я вас. За что вы меня заставляете прыгать? Я не хочу прыгать. Учиться даже не хочу прыгать. О, смотрите, можно как. Не допрыгнул, бля. Хуй знает, куда я? Я куда-то при... У вас игра, кстати, сломана. Я понял. Короче, хорошо, что можешь шип зажимать и зависать в воздухе. Смотрите, вот, допустим. Смотрите, вот я прыгаю. Да. Смотрите. Сейчас. А. Хорошо. Ну, вы поняли, да? Ну, я не допрыгнул! А он может по ней это заскользить вверх, интересно? Пошли вы все в жопу. Слушайте, я не знаю, как я это сделал, но я куда-то прилетел. Но мне кажется, вот сюда мне надо. Вообще кайф. Просто нажимал кнопки, куда-то запрыгнул. Может, еще разочек можно? Да блин, ужас какой-то. Просто ужас. Я как только выключаю видео... Че, куда-то можно мне, пожалуйста? Вон, я опять куда-то запрыгнул, смотрите. Куда я там прыгаю, я не знаю. Я, кажется, научился, как нужно играть в эту игру. Немножко. Не сильно, конечно, но... Блять!
Заново? Да в смысле заново? В смысле заново? Я только туда запрыгнул. А, я понял. Извините. Все. Смотрите, я покажу, как надо. Вот, смотрите, мы идем, короче, прыгаем. Ну, вот так, да, поняли? И поняли, я даже не понял. Вот, видите, туда направляем и туда. Да пиз... Зачем я прыгнул-то вообще? Где там этот орел? Балла. Где он? А, вот туда идем. Да, я с одним блоком хожу. Бля, почему у меня... Да ё-моё, а чё такое-то? Ло, а чё они не дают мне вообще этим заниматься, ну? Вот как надо, видите? То есть зажимаешь, да, и он сам летит. Ну. Видите, то есть я зажимаю shift, время замедляется, и поэтому, когда время замедлилось, я могу передвигаться. Все время в блоке должен. Пошли все в жопу, опять никакого блока нет. Что за хуйня вообще, весь бесит. Смотрите, вот так делаем. Оп. Видите, вот так делаем. Оп. Так делаем. Видите, а теперь бомба хуярит. Что-то хуйня произошла только. И почему-то бомба там пиликает. Давайте просто всем разъебошим уже, заебал он. Где? Где? Где херачит меня? Где ты? Гостранер, да, гостранер. Где мое здоровье, блядь? Все, всех завалил. Такие хромерные ребята. Интересно, ты таких уже резал? Без понятия. Все без понятия, что-то без понятия, все понятно, блин. Сдохну здесь. Ужас какой. Что ужас. Может, мне надо было там идти? Я зря тут спрыгнул. Просто пипец. Теперь из-за того, что я боюсь, что они меня откатят назад опять туда прыгать, мне приходится думать, что я делаю. По-моему, я все это проходил, насколько я помню. Но почему-то я вот помню как-то это смутно. Может, я смотрел где-нибудь видео? Куда оно вообще? Кто не знает? А, вот что такое. А как? Как? Я не знаю, как передвигаться, на какую кнопку? На пробел, что ли? А, вот так, да. Окей, ладно, поехали. Окей. Почему ты не перепрыгнул? Я не могу. Что за управление в этой игре? Что они делают со мной? За что вы так... За что вы так плохо, скажите? За что я? Вот я что же вам сделал? Да что вы меня мучите, а? Бля. Ладно. Хоть лутаться не надо, и то хорошо. Итак, рывки, блоки, расход, выносливость. Я уже понял, что ваша выносливость это... Я кого-то убил. Так, идем. Рывок shift. Ой, я по-моему... Извините. Да я застрял, бля. Я же понял, что туда не надо. Где, где, где? Не вижу. О. Блять, а как у меня попало? Они же не умеют так быстро стрелять. Чё не едет, а бежит? Да ёб ту мать, а чё за хуйня? Почему? Типа, выносливость кончилась или что? Что я должен делать? Пста. Горит нахуй. Вот эти хуйни, блядь. Да пошли вы нахуй. Как? Чё я должен делать-то, блядь, я не понимаю. Ну почему? Давай, стреляй меня. А, не. Так, кто меня должен стрелять? Ты должен стрелять. Давай, стреляй ты меня.
Он отразил ему назад? Все, одного я отразил, да? Бля, а че один удар и уже все, я не понимаю. Блять, этот на ходу попадает, просто снайпером становится. Че, я отразил назад? Нихуя не отразил, прикиньте, блядь. Пизду. Почему он не может попасть, я не понимаю. Можем побыстрее, пожалуйста? Бля, просто пизду. Жопа горит. Давай. Я должен, чтобы отразить, как? Что, давай. Все, отлетело, сдох. Блять, он не сдох там. Блять, еще и пизды получил от этого. Это как так? Я не могу просто, не могу. Ну давай, отлети в него. Что? Почему он не умер опять? Стоп. А как я первый раз все это делал? Один меня стреляет с первого удара, блять. Второй. Один стреляет с одного раза, блять. Второй нахуй. Может-то, блядь. Этот попал в меня просто в упор, как вам? Опа, я не знаю, как я это сделал. Так, стамин остановился, надеюсь. Блин, а этот все попадает в упор. На это вообще насрать на все. Ну, типа он стреляет и в меня стреляет. Как он стреляет? Ну ладно, давайте, я сделаю это. Я тот, который... А как ему отразил-то назад в обратную? Он же должен отражать как-то назад, не? Нихера, он назад ничего не отразил. А, ну то есть я понял, как я отражал. Ща. Блин, не сейчас. Давай. Типа я должен попасть в этот идеальный момент. Вот. Не, не попадаю, кстати, нифига. В этот момент... О, попал. Ну, короче, надо тайминги попадать. Блять, вот этот вот чел сзади, он вообще заебал меня, если честно. Так, этот все попал. Вот этого я не знаю, как попадать. Пизда. Короче, я просто заспамил левую кнопку мыши. Мой перс долетел до них и всех расхерачит. Как вам такое? Просто вот так вот нажал, и он всех расхерачит. Пизда просто. Использую свой какой-то шнурок. Это имплант с крюком кошки. Называется противо... Ага, все. А еще у меня жопа говорит о вашей игре. Слушай, я знаю, ты не новичок, но я хочу помочь. Да, да, конечно. Вы же хотите меня, блядь, заставить попрыгать, нахуй. Даже это вот я... Блядь. Ну почему они заставляют меня прыгать? Пожалуйста. Пожалуйста. Мне кажется, я знаю, почему эту игру не стал играть. Потому что у меня жопа сгорела, да? Спасибо. Идеально, идеально. Идеальная игра. Надо убить. Куда я вообще прилетел, кто не знает? А. Зачем я сюда лечу? Я куда-то прилетел, но я не знаю, зачем я прилетел. Нормально я. Так, а потом куда мне вот это? Вот раз, а потом что? Потом крюк. И что? И все? Понятно. Вот это что? Зачем сюда мне? Потом что? Потом куда? Зачем я сюда прыгаю? Куда? Непонятно вообще куда мне. Че, мне сюда что ли, на эту штуку? А что происходит-то вообще? Нажмите Е, окей. Притянулся, окей. Теперь вот я прыгнул. Прыгнул второй раз, окей. Потом после этого сюда. После этого я туда должен выпрыгнуть.
Куда? И куда потом? Все, тупик, что ли, или что? Я должен был сюда, и вот так вот между ними можешь пролететь наверх? Неужели наверх? Не, это херь какая-то. А во. А наверху зачем? То есть мы прыгиваем сюда. А-а-а, вот так вот. И вот туда надо. Ёпта, каким способом я должен туда прыгнуть? Вот я это делаю, да? Чё, после этого я должен влететь куда я должен? Сюда, вверх, что ли? Да нет, нереально. По стенкам я это тоже нереально. И что, куда? Вообще не понял ничего. Вообще непонятно. Короче, я должен, походу, вот отсюда попробовать прыгнуть вот сюда, на верхний барьер, что ли? От него куда-нибудь сюда, или как? Не, неправильно. Бред какой-то. Это бредятина полная, если честно. Ну окей. Ты пропрыгал, вот я понимаю, что вот этот барьер, наверное, используется как-то. По-любому. Потому что, а куда мне? Мне и наверх надо каким-то образом залезть, а каким? Бредятина полная. Кто знает, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну вот, и что? И что дальше? Вот куда дальше? Вообще непонятно, куда дальше. Понял, что нужно под... Я вообще даже не сильно уверен, что мне надо сюда, если честно. Давайте попробуем с этих. Все, кончился я, блин. О, я могу вещи так делать, смотрите. Прикольно. О, можно так делать, смотрите. Ха-ха, прикольно. Это все, что я понял. Блин, зачем такую сложную игру было делать? Расскажите мне. Ничего, ты не можешь сказать. Для чего? Для чего они сделали на Unreal Engine такую сложную игру? Чтобы я вот так вот делал, наверное, да? Хера непонятно. Пытался посмотреть. Ага. Перед точкой захвата, чтобы добраться до реактора. Окей, спасибо, что рассказали, на самом деле, что реактор у вас там. Я ж, блядь, не знал. Вот так вот. Погодите, а после последней-то как я... Видите, ну я никак не допрыгиваю до туда в обратную сторону. Вопрос, зачем нужен этот крюк? Кто знает, напишите в комментариях, зачем этот крюк. Опа, я запрыгнул, кстати. Заебись. Так где это я? Может быть, нужно между экранами прыгать? Ну ничего непонятно, вообще ничего непонятно. Вы никогда не догадаетесь, что я тупой. Ну, вы знали, что я тупой? А я нет. Видите прикол? Смотрите, сейчас вам покажу прикол. Смотрите, фокус-мокс. Смотрите прикол. Смотрите. Красота, блять. Что я тут так долго мучился, скажите мне. И что я должен с этим делать? А. А, я понял. Я должен был от стеночки отпрыгнуть, да? Каким образом я... Каким образом я должен был понять, что я должен от стеночки отпрыгнуть? Че, не допрыгнул, братан? Это хорошо, все неплохо, да. Опять меня заставляют прыгать, какой-то хуйней заниматься, аж бесит это. Цепляйся, брат. Все. Почему эта штука бибикает? Она взорвется в конце, что ли? Я не понимаю. Почему реактор находится под городом? Откуда мне знать? Я что, я инженер-ядерщик? Может, плазма не может его что-то очпокать? Блять, не допрыгнул. Да ёб твою мать.
с самого начала. Да не, да, давайте не будем этим заниматься. Зачем вы меня с самого начала заставляете этим делать? Бля, я рано нажал. Надо долететь сначала, потом. Блять, я не могу. Я не могу. Я ненавижу эту игру. Я просто, я ненавижу всех разработчиков этих игр, блядь. Ой, бать, я сам запутал почти без этой хуйни, я понял. Я просто их ненавижу. Зачем вы делаете так? А? Я ненавижу каждого задрота, который обожает эти игры, потому что вы просто... Вы дезморалите меня и такие, как я, старых людей. Пизду, короче. Съебало. В смысле ты, блядь, куда ты попал-то вообще, брат? А? Куда ты нахуй? Пошли в жопу. Пизду. Может, я тупой просто, а? Тоже вариант. Типа зажимаем вот и... Я же должен после шифта, там написано, я замедляю время. Но там не написано, что я обрываю свой полет. Веры, блядь. О. Охуеть, я еще чуть не пизданулся после этого. О, что, я вот после этого должен оттолкнуться вот сюда? Нет. Давайте. Ой, я только что понял, что... А что, я на пробел могу бегать по стене, извините? А где меня этому учили? Ну-ка. Что, я столько времени мучился, чтобы узнать в конце, что на пробел я могу бежать по стене? И оказывается, что все, что я делал, это несложно? Вот это вот, смотрите. Что происходит-то вообще? Охереть. Куда я? Я так и не понял, куда я должен отпрыгнуть просто. Охренеть. Прикиньте прикол, да? Охренеть. Да. Кто будет смотреть это видео, будет думать, вот MJ, конечно. Я бы себя не смотрел после такого. Да, сюда. А, понял. Я все понял. Охренеть. И там вначале было написано про это, что нужно нажать пробел, я буду бежать, использовать вентиляцию, чтобы подняться в воздух. Спасибо. Ага. Я, по-моему, не долетел маленько. О, я понял. Теперь я долетел. А я сейчас пойму, что делать. А, типа... один. Проблема в том, что если я здесь опиздюлю сейчас, скорее всего, мне... Где тут то, блин? О! О, я не успел, извините. Ага, плохо. Ага, понял. На тебе назад, блин. А я аж блок поставил, что-то. Давай, брат. Че ты куда-то не то отражаешь? Давай в него, давай. Давай в него. Что тут жопа. Блять. Кнопки нажимаю, кстати, а персонаж не прыгает. Уволить всех разработчиков этой игры. Один. А где моя полоска ХП? Кто не знает? Аж пиздец, ты вообще там настреливает, пизду меня насовывает. Я даже не хочу туда идти. Просто не хочу. Я передумал. Может быть, какое-то оружие, да, там пистолет, автомат, я не знаю. Прикол, я убил всех по кругу, но у меня теперь остались чуваки внизу. Какого вероятность, что... А, вот какая вероятность, да. А
шаг назад. Они не дерутся, я так понимаю, да? А, окей. Блин, я на самом деле, как только начинаю думать, что все, я устал, хочу отдыхать пойти. Как я должен к ним попасть, вот к этим пацанам? Нормально. На некоторых уровнях есть скрытые испытания, которые могут проверить ваше мастерство. Я даже не хочу никаких испытаний, видите. Куда мне дальше, скажите, я пошел. Туда, что ли? К реактору. Я даже не хочу пробовать никакие ваши испытания, вот новые. Просто хочу... Куда мне? Вообще. Не знает, куда мне. Так, я так предполагаю, что мне... Куда-то как-то наверх забраться надо, да? Как-то попаду. Отсюда? Не знаю. Так, о, там дрон один летает, смотрите. На дрончик надо как-нибудь запрыгнуть. Меня дрончик поднимет куда-нибудь. Или вон туда мне. Блин, ну, игра, конечно, добраться до реактора. Где реактор? Где-то там. Как мне туда забраться? Еще вот думаю, вот таких игр, я не хочу думать, я хочу просто офигеть заниматься. Можно как-нибудь устроить мне? Все, я забрался. Как выше мне? Боже. Эту пушку, наверное. Я, кстати, нашел. Вот оно здесь находится, продолжение, вот туда наверх. Я даже подумал, может быть, мне не стоило драться. Блять, я упал. Ну, может быть, не стоило драться там. Ведь можно было просто... Может быть, просто можно было пройти сразу. Тут опять где-то драки сейчас начнутся, да? А, я думал, что я прошел, да? На самом деле, я просто пробежал стороной все это. Ну ладно. А где выход, так кто не знает? Я просто всех тут замочил, а выхода я так и не нашел. Может быть... Где-то здесь. Вот тут. Не. Вот это похоже на что-то интересное, но это не вход никак. Ой, какой-то вопросик нашел случайно. Что это такое? Получи новый предмет. Стоп изучить, что это такое. Жареная крысятина. Паренок стал популярной закуской. Не знаю, что за предмет нашел, но я как-то сюда зашел сбоку. Оказывается, тут зайти можно. А здесь тайничок. В игре, оказывается, еще тайнички есть. Я пока искал где-то, блядь, выход. Нашел какую-то хрень. Ну, нашел все то, что мне не надо. Что там наверху интересно? Вот как, может туда попасть надо как наверх? Туда, может? Как мы туда попадем? Пушка, может? Вообще очень непонятно как-то. Может отсюда как-нибудь? Вообще так понял, что даже пробел не надо нажимать, он сам бежит по стенке. Не знаю, зачем я нажимал на пробел, и он у меня не бежал по стенке. Как всегда. Я как всегда. Блин, я уже не знаю, что делать. Ладно, может быть, все-таки надо пройти то испытание, которое там есть. Я уже не знаю, где оно. Где оно там было, где-то внизу стояло. Потому что я уже ничего не вижу. Давай, давай, испытание так испытание, давай. Начать, давай. Один пуск. Что делать надо? Окей. Ну, я бы мог шифтануть, но я не хочу шифтовать.
Очень сложное испытание, хочу сказать. Так. Очень сложное испытание. А, сюда. Пушку надо. Тихо. Все? Что такое? Что там? Я бронзу? Ну, на пойдет. Выход, все. Тогда не понял. Что теперь? Ничего не изменилось, да? Блин, все равно продолжения нет. Не, ну я самый настоящий летсплейщик, правда? Вот такой легендарный, я считаю. Мне кажется, когда летсплейщик должен быть балбесом. Знаете почему? Потому что вот я все это просмотрел, да? Знаете что? Блять, перед глазами open дверь стоит, как он? Как он такое? Они серьезно настроены? Еще бы. Все поставили на кон ради этого. Я почти попал, все нормально. Мы не можем защитить реактор дистанционно. Как же я об этом не подумал? А, нет, подумал. Получается, нет, никак. Не можешь, так не можешь. А, как я должен был это понять? Ой, что мне надо вверх? Типа на ходу? Скорость реакции? Я нажал на это, алло, что ты, блядь? Ой, ладно. Добись. Я, эта игра не для меня, я же говорю, я еще раз скажу вам, что... Не, ну... Типа меня как бы... А как вы думаете, был ли разработчикам предусмотрен такой способ ведения игры? Я что думаю? Туда надо было, да? Блять! Ты... А еще и заново откатил, охуенно. Шоп, сука. Вы меня бесите, блять. Разработчики ебаные тупой игры, блять. Ну а что я должен делать, я не понимаю. Сразу туда лететь, что ли? Туда? Сразу это понимаю, да. Не нажал вовремя. Не нажал вовремя и бить в рот, я понял. Пошли в жопу. Пошли вы все. Охуеть. Ну ладно, так тоже неплохо. Вы же знаете, я умею. Я могу, блядь. Все нормально. Куда? Куда, блядь? Куда? Куда, ну? Давай, давай, залезай, ё-моё. Что я должен с этим делать, с этими веточками? Еще небось меня откатит назад, знаете, я что-то так сделал. Почему реактор не был... Я не могу это читать, у меня жопа горит. Я даже читать не буду, я просто, у меня жопа горит, я... Почему ощущение, что я свалился туда, куда не должен был сваливаться? Где кнопочка, я забыл. О, попал. Слава яйца. Что такое наверху? О! А что вы раньше так не сделали? Перестой перебиться точкой и нажмите. Пошел ту жопу. Конечно, подойти, нажать на Е, и он на себя его. Я понял. О, как же тяжко. Как же тяжко мне, а. А, извините. Я понял. Я понял, чем вы меня учили, я понял. Я просто, я думаю, сейчас по стене... А как я тебя буду понимать, что эта стена должна рухнуть? А, круто. То есть еще стоять нельзя. Блин, зачем я делал такие игры? Нельзя было просто что-нибудь легкое сделать, а? Все, завалил всех, надеюсь, да? Все, меня научили этой херне.
Почему нет права на ошибку, а? Все должны иметь право на ошибку. Я еще. Куда мне? Пошли в жопу. Пошли все в жопу, короче. Куда мне? Сюда? Да. Я залез сегодня, нет? Куда-нибудь в дырочки какие-нибудь ваши. Я не люблю дырочки ловить, ну блин. Я на... Что случилось-то, блин? Я нажимаю на кнопку, у меня перс просто никуда не шевелится. Просто фиаско. Самое забавное, что я нажимал на shift, а у меня перс почему-то не сделал то, что я его просил. Я не знаю, поехали сюда. Залез, надеюсь? Брат, ну что ты, не... что такое-то, а? Что, ну... Ну бывает, ну семьи не без урода, ну... Надо же прощать мои маленькие ошибки, ну... Ты же понимаешь, что все просто, нужно нажать всего одну кнопочку и все будет хорошо, но... Хорошо, все, я просто выбрал самый нормальный способ. Пошли тут в жопу. А почему отсюда начинается-то все, я не понимаю, я не хочу отсюда начинать. И не хочу каждый раз нажимать на shift, мне не нравится, мне Ctrl нравится нажимать. Это в Человеке-пауке все просто, а здесь у вас, блядь, нихуя не просто. Ну, отлетело хоть что-нибудь назад? И ничего не отлетело. Знаете, что нравится в этой игре? А, вот это нравится, что персонаж просто не зацепился. Похую на все. Вообще похую, видишь? Ему вообще похую, он просто заново начал. Ой, если, наверное, нажать, то заново начинается, кстати. Все прекрасно. Никого не видел. Никого. Ни единого, блядь. Почему их тут так много стало? Зачем вы троих насывали мне? Где, блядь? Кто? Нихуя не вижу. Все, я не хочу больше в это играть, блядь. Пизду, короче. Вот так вот выйдет. Выглядит игра. Я думаю, дальше еще хуже будет. В общем, всем счастья, здоровья, любви, всем. Блять, с такой игрой хорошего настроения не будет, но вам победа желаю. Всем пока.